Всем привет! Это научный центр PC-Авто. Сегодня у нас опять Крета простой комплектации и ПТФ-ки. Значит, клиент привез вот такие вот фонари. Это у него главы ДХО, а это противотуманная фара. Все это диодное. Столкнулись с проблемой. С какой? Значит, бампер. Вот эти два крепежа подходят, а вот эти два не подходят. Вот остается какая-то пустота. Один не подходит. А, да. Вот этот не подходит. Но это может оно и ладно, оно может и будет держаться на трех. Мы откусили вот на маске один крепежик. В принципе, она не вывалится отсюда, да, никогда? Бомбически. Я понял тебя. То подзакрути ее на три шурупа. Посмотрим, как это будет с той стороны смотреться. Подымаем. Все это мы делаем на поролончике, да, как вы видите. Ну да, подходит без зазора, для ничего. Подбирай, да. Здесь родная была вот такая вот. Круто, что, продолжаем? Сейчас придумаем, как закрепить вот эту штуку. Хотя, наверное, ее даже не надо, да, здесь? Она никуда не денется никак. Ну и отлично. Ставить процедуру с другой стороны. Значит, мы продолжаем. Закрепили здесь, чтобы не отрывалось. Тут закрепили. Тут все как бы по штатной этой штуке идет. Проводочки будут заведены сюда. Поставим сейчас сюда реле, аккуратно куда-нибудь спрячем. Разобрали вот этот блок. И сюда сейчас крутим вот такую маленькую кнопочку. То есть будет выглядеть красиво. Так будет. Продолжаем дальше. Значит, по результату. Выруби ближний. И ПТФ-ки выруби. Значит, когда заведена машина, у нас горят вот эти ходовые огни. Врубай ближний. Не, вруби габарит сначала. Габариты. Вот так с габаритом. Теперь ближний. Они вырубаются. И ПТФ-ки отдельно. А вырубай ближний. У меня сейчас габариты, ПТФ-ки и... Заводи. Завели, автоматически включились эти штуки. Вырубай все. Как это выглядит. Без щели, без зазоров. Все подошло нормально. Получается кнопочка.